8 лет ожиданий завершились счастливым событием. Семья Чухланцевых долгое время не могла иметь детей и никак не ожидала, что первенцем станет не один ребенок, а двое. Родительскую радость разделил депутат Госсовета Чуваши Олег Таланов. Он подарил счастливой семье двухместную коляску. Когда рождается ребенок, это счастье для родителей прежде всего. Это счастье для родственников, счастье для друзей. Ну и, конечно же, счастье для нашей страны, потому что у нас сегодня ситуация демографическая не очень положительная. Но когда рождается двое детей, счастье вдвойне, двойное счастье. Малышам Саше и Андрею еще нет и месяца, но сегодня они опробуют свое первое средство для передвижения на колесах. Более 8 лет Михаил и Галина мечтали о ребенке, но состояние здоровья оставляло желать лучшего. Когда узнали, что двойня, ну, не поверили, если честно. Но до конца мы скрывали. Мы никому не говорили, ни родственникам, ни друзьям, ни на работе, никому не говорили. Под конец только, когда уже, ну, после 6 месяцев, уже только, уже живот, когда уже не скроешь, уже все начали спрашивать. Когда двойня, живот большой, говорили, ой, когда рожать, уже рожать. Я говорила, нет, нет, еще не скоро. Обратиться в региональную приемную Дмитрия Медведева решилась мама Галины с просьбой оказать содействие в лечении ее дочери. Принимаемые ранее меры не помогали. Совместными усилиями депутатов и Минздрава Чувашии Галину удалось отправить на лечение в Москву и оказать материальную поддержку в получении лекарств. На протяжении всего этого времени мы еще активно созванивались, помогали и лекарственными препаратами, потому что, скажем так, та патология, которая была у Галины Евгеньевны, она была очень непростой. Вот мы очень рады, и на самом деле для нас это тоже большой праздник, что вот этот труд многих сотрудников общественной приемной, переживания, те, которые были, да, душевные переживания наших сотрудников, они не прошли даром. Спасибо. Хотим тоже от лица семьи Чухланцевых выразить благодарность всем, кто участвовал, кто помог нам. Сотрудникам в том числе. Анастасия Алексеева, Евгений Анисимов, Республика.